gonna show the whole world what we're all about. We the girls with a passion for fashion. Ooh, regrets. They'll always be there for each other. Ooh, regrets. Yeah. Styling how we feel. Ooh, talking about best friends. Yeah. Together we can do anything. We've got a plan, a dream. Take a chance and believe, make it real. Исполнительный продюсер Исаак Лорейн. Я Хлоя, пишу в журнале «Братс». Кроме того, я веду личную колонку писем под названием «Дорогая Хлоя», где помогаю читателям разбираться с их проблемами, особенно если дело касается личных отношений. К примеру, «Дорогая Хлоя, мой парень бегает за другими девушками и в то же время встречается со мной. Что мне делать?» Подпись задумчивая. «Брось его!» Не всегда решения бывают так просты. Например, «Дорогая Хлоя, мы с подругой влюбились в одного красавчика. Помогите!» Подпись «Несчастная». Что ж, в этом случае я могу положиться на собственный опыт. «Дорогая несчастная, я расскажу тебе о похожей истории, которая случилась со мной и моими подругами». Внимание, девушки! В такие моменты не щелкайте клювом! Главное, хорошо себя подать. Типа, у меня все в порядке. Классный костюмчик. Спасибо. Да, мне удалось ему показать, какая я стильная. Ну, может быть, не совсем. Девчонки, я сейчас видела такого парня. Что? Просто мы засмотрелись на Шейна. Шейн? Вы его знаете? Он в нашей группе по английскому. Я чуть не упала, когда он вошел в класс. Это он! Он идет! Всем спокойно! Эй, Жасмин! О, привет! Шейн, кажется, это мои подруги Джейд и Хлоя. Привет! 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 Как дела? Ничего, мы говорили о музыке. Здорово! И какие группы вы любите? Я? Обожаю Эшера. Этот парень умеет петь. Да, это круто. Извините, важный звонок. До встречи, девочки. Так, срочное совещание. Этот парень мой. Отступать не собираюсь. Ну нет, он мой. Мой? Он в моем вкусе. Я его первой увидела. Саша, ты не можешь нам указывать, с кем встречаться? В этом случае могу. У Бардин такое пластмассовое лицо, на нее нужно повесить табличку «Держать подальше от огня». Да! Когда на дне рождения она задувала свечи на пироге, у нее щеки чуть не оплавились. Ах, вот вы где без руки, негодницы. А ну-ка быстро за работу, вперед! Какая же она противная. Мне иногда хочется, чтобы она взорвалась. Придется все это убирать. Тогда я хочу, чтобы она надулась и улетела, как огромный воздушный шар. Привет, милые. Какие у вас славные туфельки. Так Бардин может быть одновременно в двух местах. Да это ладно, с чего вдруг она стала доброй? С каждой подтяжкой ты становишься все прекраснее. Вы еще здесь, бездельницы? У вас опять застряла жвачка в факсе? Это случайно, мы клянемся. Все в порядке? Есть только одно логичное объяснение. Наша партия... инопланетянка! Любая из нас...
нас могла бы заполучить этого Шейна. Да? А как же Кэмерон? А что? Мы же с ним не встречаемся. Верно. Ладно, если я, Хлоя или Жасмин... Ну уж нет. Еще никакому парню не удалось разрушить нашу дружбу. Зато сейчас чуть не деремся. А может, поделим его? Не смешно! Вы не знаете, где тут можно взять книги? В смысле, в библиотеке? Вам-то это зачем? Мы думаем, что Барди инопланетянка и хотим почитать научные книжки, чтобы в этом убедиться. Интересная мысль. Смотрите, не опоздайте. Ракета стартует через 5 минут. Мамочки, может быть, тут все инопланетяне? Бардин! Бернис, какой сюрприз! Я не ждала визита от моей обожаемой сестры. Первый раунд. Привет! Знаешь, ты выглядишь гораздо лучше. Силиконовые губы начали принимать форму и кажутся почти натуральными. Ты тоже сказочно выглядишь. Этот ужасный шрам после твоей последней подтяжки едва заметен. Что ты делаешь в городе? Заскочила повидаться? Вообще-то я сюда переехала. Меня только что назначили президентом фирмы «Всеобщая косметика», так что теперь я правящая королева красоты. Поздравляю! Хотя это, конечно, не то же самое, что быть основателем, президентом и редактором журнала «Твое», а также правящей королевой моды. Ха, вот так-то. Как понять, что твой босс инопланетянин? Во-первых, у инопланетян грубость чередуется с приветливостью. Во-вторых, они странно ведут себя с электроприборами. И в-третьих, у них бывают приступы амнезии. Привет, Жасмин. Привет, Шейн. Знаешь, я тоже люблю йогу. И можешь сесть в позу лотоса? Да, конечно. Тебе помочь? Да нет, я всегда это умел, просто... Не могу собраться на пустой желудок. Не хочешь перекусить со мной тофу? Я сказала, что откажусь от Шейна. Но сходить в кафе — это ведь не свидание, да? Я верю, что в мире есть кто-то, созданный для меня. О, да. Кто знает, Жасмин, может быть, твое Инь и мое Ян найдут путь друг к другу и сольются с природой? Послушай, Шейн, ты чудесный парень и нравишься мне как друг. Ой, нет, крошка, я имел в виду не тебя. Я говорил про Джейд. Как ты думаешь, у меня есть шанс? Ну, вообще-то она не увлекается йогой. Ей нравятся стильные парни. Стильные? Это подходит. Скорее, я умираю от голода. Эй, что эта наша подружка делает с моим парнем? Моим парнем! Второй раунд. У меня есть 2 ассистента. А у меня 2 практиканта и персонал в обувном магазине. Эксклюзивная губная помада. Эксклюзивный массажер пяток. Я могла бы его прорекламировать, учитывая, что твое с этим вряд ли справится. Но нет. Да, при условии, что... При каком условии жалкое подобие сестры? При условии, что меня поместят на обложку твоего жалкого подобия журнала. Убирайся, вон неблагодарное создание. Что вам надо? Да, программа «Моя семья»? Вы снимаете сюжет про самых влиятельных близнецов города? Что ж, мы с моей сестрой будем очень рады помочь. Съемочная группа приедет завтра. Чудесно! Разрази меня гром! Моя кожа! Нужна срочная химическая чистка. Дорогая, я делала ее только вчера. Можно я подожду в твоем офисе, пока ты вернешься? Ну, конечно, дорогая. Пока.
Жасмин поступает нехорошо. Она же обещала. Особенно зная, как мы в него втрескались. Сможем ли мы ей когда-нибудь доверять? Да, бывают же двуличные подруги, отбивающие у тебя парней. Мы все знаем. Да, мы видели тебя с Шейном. Я ему просто сказала, что мы будем друзьями, а он сказал, что влюблен в Джейк. Джейк? У меня, правда. Все, что нам нужно, это следить, не начнет ли Бардин вести себя странно. Тогда мы точно будем знать, инопланетянка она или нет. Ой, ты видела? Точно как в статье. Бардин действительно марсианка. Меня гром. Вечно это Бардин все разбрасывает. Ха-ха. На твоем платье очаровательная отделка. Разрази меня гром. Что здесь творится? Спроси своих прекрасных помощниц. Кто это? Ах, вы как раз вовремя. Мой офис готов. Ты уходишь? Как жаль. Позволь, я открою тебе дверь. Така. Я пока не вижу следов зеленой крови. Может быть, она у нее невидима. Пожалуйста, не забирайте нас! Мы слишком маленькие, чтобы пойти на запчасти. Можете взять себе выходной? А? Конечно. Вы давно заслуживаете недельного отпуска. Отдыхайте, милые. Ты слышала? Целая неделя! Надо скорее собираться и бежать отсюда, пока она снова не изменилась. Где вас носят бездельницы? У вас полно работы! Вы же только что отпустили нас на неделю! Что? Вы окончательно потеряли последние остатки мозгов? Никакого отпуска, давайте работать! Инопланетяне признак третий. Амнезия! Знаешь... Я никогда не пользуюсь шампунями-кондиционерами. Если хочешь выглядеть супер стильно, никаких компромиссов. Последний раз мне было так скучно в магазине без кредитной карты. О, можно на минутку, детка? Детка? Хочешь потанцевать? И растрепать волосы? Он смотрел в зеркало и прихорашивался, как девушка. Для тебя это нормально, но для него... Странно, но может быть он просто так следит за собой. Поверь мне, парень знает о косметике больше, чем я. Представляешь, рост Кейт Мосс всего 1,69 м. Я не верю. Нет, правда. Она, наверное, самая маленькая супермодель в мире. Я не верю в это. Саша обедает с Шейном. Так, Саша, что еще ты вытворяешь за моей спиной, кроме встреч с Шейном? Прости, ты с ним провела целый вечер, и он тебе не понравился. Я не говорила, что он мне не нравится. Да? А я не умею читать мысли. И, кстати, танцует он великолепно. Мы собрали все ворсинки на танцполе. Парень – настоящий диско-монстр. Все равно, ты не должна была с ним встречаться. Так, давай разберемся. Ты мне указываешь, с кем встречаться, а я не могу. Так, давайте договоримся. Отныне это будет честное соревнование. Согласна. Согласна. А я не согласна. Это плохо кончится. И как это они успели меня опередить? О, привет, Шейн. Привет. Хлоя, ты не хочешь со мной погулять завтра днем? Конечно. Стой, а как же Саша?
Она хочет, чтобы мы были друзьями. Ничего не имею против. Кроме того, вокруг нее постоянно вертятся парни. Отлично тебя понимаю. Кто знает, может быть, я для нее недостаточно хорош. Шейн, не надо так думать. Ты милый, симпатичный, славный. Значит, завтра днем? Надеюсь, ты не откажешься. Эй, наконец-то я вырвалась вперед. Ты уверена, что это защитит нас от ее сверхъестественной инопланетной силы? Разумеется, тут даже есть гарантия. Держи. Надо обрызгать ее туфли, это не позволит ей передавать сигналы во внешнюю среду. Здорово! Это специальный антистатик. Все, что мне нужно, это опрыскать одежду Бардин, и она больше не будет излучать радиацию. Эту одежду давно не мешала чем-нибудь опрыскать. Точно. Саша! Саша! Шин мне сказал, что вы с ним просто друзья, и поэтому я решила, что мы будем... Да, Рокси? Да, Меган. Тише, Хлоя. У нас с Шейном свидание в пятницу. А у Меган с ним свидание в среду. А у Рокси воскресенье. Но он только что мне сказал, что ни с кем не встречается. То же самое он сказал мне. И мне. Он врун. И предатель. Девчонки, вы не поверите, что сказал Дилан. Шейн встречается со всеми девчонками школы, а списки хранит в мальчишеской раздевалке. Да. Мы с Джейд получили по 5 звезд. О, боже мой! А я сколько звезд получила? Хлоя! О чем мы думали? Этот тип чуть не разрушил нашу дружбу. Кошмар! Ладно, девчонки, кто-то должен проучить этого парня. Скоро люди узнают, кто здесь настоящая звезда. Моя семья — это я. Я? Я-я-я-я-я! Где вы шлялись, тунеядки? В школе. Уроки только закончились. Давайте без дурацких отговорок. Моя сестра Бернис и съемочная группа будут здесь через час. И я должна выглядеть в 1000 раз лучше, чем она. Мы как раз все приготовили. Лучшие туфли. И этот костюм. Отлично. Сейчас поменяю линзы и начну переодеваться. Шейн, я так рада, что ты наконец меня пригласил. Я бы сделал это раньше, но меня смущала твоя красота. Значит, ты больше ни с кем не встречаешься? Ну что ты, детка? Ты только ты. Прости, важный звонок. Скоро вернусь. Кого ты ждешь? Только тебя. Я знаю, что ты с Джейд, но... Увы, наши с ней потоки энергии несовместимы. Как здорово! Мы гораздо больше подходим друг к другу. Конечно! Может, пойдем навстречу природе и посмотрим, что выйдет? Отлично! Я только возьму крем от загара, сейчас вернусь. Стой! Я имел в виду потом! Шейн! Вот ты где! Не хочешь сходить в кино? С тобой, конечно, малышка. Что ты делаешь? Отдыхаю. Или я мешаю тебе? Вообще-то... Принцесса, он опаздывает всего на 5 минут. Дай шанс. Мне нужно бежать. До пятницы. Шейн, не хочешь со мной поехать на выходные за город? Конечно, детка, я позвоню. Хлоя, может, пойдем погуляем? Только быстро. Но мы еще не поели. Детка, много есть вредно. А все, дружок, я готова. Дружок? Жасмин, Шейн мой. Нет, он мой. Нет, мой. Мой! Пожалуйста, помогите! Я хочу быть один! О, нет! Бардин не надела свой розовый костюм. И туфли. Мы теперь умрем от радиации! Опять вы бездельничаете, негодницы. Где мой обед? Немедленно принесите мне и сестре что-нибудь бегом. Сестре? С дороги! Привет, я Бардин Максвелл. А я Бернис Максвелл. Отлично. Что это? Помогите! Что ты делаешь? А ну вставай с меня, неблагодарная! Сколько я еще буду терпеть такую змею, как ты? Мама всегда любила меня больше. Стой! Меня!
Меня! Надеюсь, мы преподали Шейну хороший урок. Пусть не шутит с модницами. Или еще с кем-нибудь. Кейси, Кейси, я познакомилась с классным парнем. Он сказал, что я так кого и искал. Неужели? Такое совпадение, я тоже. А кто он? Тот, кому нравится этот уродский наряд, кретинка. Оу, бедняжка Шейн. Итак, что сказать, мисс несчастный? Никогда, никогда не позволяй парню встать между тобой и твоими лучшими подругами. Если подумать, это тоже было не такое уж трудное решение, правда? Именно! От истории Шейна была лишь одна польза. Отличная статья под названием «Как наказать плохого парня». Подружки-модницы умеют сводить счеты.